Так, что у нас, значит, Есипенко, Корякин. Вот тут много Ой, событий, что-то подожди, подожди, проигрывается. фигура. И А, нет. что случилось? Ну и вот, да, началась атака. Белые хотят взять на H6, хотят где-то E5 пойти. Короче, G7 нельзя из-за конь E6 шах. Ловушка. Как-то тут Корякин какую-то эквилибристику начал. Ферзь G5, 4, ферзь H4. Кстати, вроде сильно. Конь F3, ферзь G3, конь E5, взял, взял. Тут какой-то ход хотя А, бы и 8 вот, поднял. то есть Давайте тут, а, посмотрим. то есть он даже вроде не так плохо-то и защищался, но ладья B8. То может это глюк, может это и Ну, все не да, так вот я и говорю, надо страшно. продолжить вариант. Ладья D7, ладья B2, да? Может быть, тут все отлично. Так, слон D3, А3. Слон C4, Да, вот А2, да? это. А, ну и просто же взял и взял на А2. А, Вот ну весь так вариант. вот все Потом просто, ладья да? G3 Не, ну так защитил. неинтересно, подождите. И ладья G3 защитил. И все, и выиграл. Ничего по видео не скажешь, по видеокартинке. Ну, правда. Не, ну мне кажется, нет. Сергей, мне кажется, понял, что не то что-то. То он просто покер-фейс пытается делать. Но, честно говоря, вариант уже Ну да, выглядит он совершенно прямой. примитивный. Взял, В чем мог тут взял, просчитаться? взял, взял. Слон D3, А3, сюда, А2, съел. Ну, как Может, бы тут. забыл, что слон и всем шахом или что-то? А, как Конь вот сдох. найдешь? Да, надо найти Я, к ход на сожалению, это. то есть мне даже искать не надо, да? То есть тут предлагаю Ну, сразу ты за купить две. секунду бы нашел, да, поэтому в любом случае такое. Нет, Фабиано его не нашел. Как У него ладья ход b6? ферзь Не-не-не, H5. как ладья b6? Стоп, 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 как ладья b6? Это шутка, А кто-то в бой трансляция? пошел? Может ему. Ой-ой-ой, какая драма. Да ладно, не может такого быть. Как ладья b6? Смысл ладья b6? Ну, в прямом, вот так вот. Да ладно, не, но ну если делает сход ладья b6, то... Как ладья b6? В смысле подбой? Как может пойти ладья b6? Ну-ка, сейчас подождите, я ничего не понимаю. Как Да. такое возможно? Ну, кстати, где-то вот Ладно, есть но это план очень пойти конь забавно. Ян H8. Ну, шутит кстати, тоже в ответ, не минуточку, как можно здесь переживайте. проиграть, да? Пойти король F4, получить конь H8, да? Оп. Ух. И до свидания. Невероятно красиво. Конь H8, вот это в продолжении игр Прогнананда и прочих, да? То есть вот такой вот сюрприз. А король F4 ход по-своему логичный. Ну, Е6 еще. Что? Он сыграл король F4? Да ладно, подождите, сыграл король F4? Нет. Нет, ну, не, Да он ладно. сыграл, сыгран, ну, достаточно. Сыграл король F4? Не, ну, конь H8 прям, ну... Король F4, конь H8, еще один твист? Да ладно, не может такого быть. Подождите, подождите, сейчас... Так. Ну, конь H8 выигрывает, да. Конь Король H8, F8 с конечно. угрозой Е6. То есть это он создал угрозу Е6 пойти? Конь H8, ничего Ой... себе. Во, вот эта партия, кошмар. Какой кошмар происходит? Ой-ой-ой. Да, не, ну эта партия просто, я не знаю, эта партия, это вот как у Толстого, хождение по мукам, это вот прям иллюстрация к этой партии просто. Скажем так, что Даня, видимо, уже подумал, что ничья как угодно, поэтому, ну, концентрация была утрачена, да, увы. А Сергей Ой. грубо ошибся очень. Так, Я не ладья. знаю, что, почему как заведен-то играть, я не понимаю. Он над ходом конь бьет D5, который, судя по всему, проигрывающий, минуту А продумал, он может потому что у решать, него что он час был. единственный, да, но минуты тут недостаточно, ладья e8 можно было бы подумать. Так, Он не значит... поверил просто в опасность инициативы белых здесь. Но все-таки один ферзь пока атакует, так тяжело, нет? Так, ну посмотрим, сколько у белых способов выиграть. Значит, Два. ну, ферзь G5 тоже выиграет, но это, видимо, через повторение. Да, так Да, что это то один же всего самое, то лишь. есть ферзь E5 надо, король F7. Ну и ладья c1 такой Ну и тихий. опять, да, есть всякие повторения, там ферзь Не, ну F4, Сергей, но наверное, думал, да. что здесь ничья, поэтому как-то недооценил просто. Ну, да, как-то несерьезно. Ну это да. Странно, странно. Просто, ну, видно же, что опасно. Король бегает, тут слон висит, у тебя ферзь перегружен. Подумай хотя бы.
сторону. Ну что-то Медиаров тоже выигрывает. Все, тот зевнул, все. Так, у нас вот 6 нанес. Интересно. Слон бьет h6. Да. Ферзь бьет d4. Теперь вот слон f4 давал большой перевес. Причем, ну, большой прям. Все так. Просто зевнул в один ход. Мы видим по камере. Забыл, что тут на g7 после f5. Да, ну все тут видно. А как он, интересно, так? Ферзь же... Причем ну, все забыл, что f5 и ферзь защищает на g7. А может, что ладья на слона нападает? Нет? Ну, в общем, что-то он не увидел. Что он зевнул-то? Я что-то даже непонятно, что именно-то он зевнул. А, все, просто сдаваться. Ну, минус да, 6, да. Все. А, ну, здорово. Я думаю, что забыл, что... Ну, то есть, как бы, что ферзь защищает на g7. Думал, что надо как-то, не знаю, как-то... Слон g6, конь g6, как там, я не знаю, можно было еще конь g6, наверное, вот единственное. Да, удивительная ошибка. Просто в один ход, да, все вот так.